уникальных моментов Сергея Васильевича – работа Ксении Шараповой и Ивана Шарова. Есть кто-то из авторов? Пожалуйста, в двух словах самую суть, о чем вы хотели нам сказать. Когда у Рахманинова один журналист брал интервью, и журналисту было очень интересно, не устал ли Рахманинов от постоянных концертов и постоянных разъездов. На что Рахманинов сказал: нет, не устал. Тогда журналист спросил его: как же так можно, если у вас нет ни очага, ни дома уже довольно продолжительное время? И Рахманинов ему ответил, что для него очаг – это поезд, вагон. Вот, и поэтому мы с коллегой решили показать вам все города и страны, где был Рахманинов и играл свои концерты. Спасибо.
А сейчас прозвучит еще одно практически, как мы говорим, юношеское произведение Рахма Сергея Васильевича. Он написал его в 19 лет. Это одна из цикла его пьес третьего опуса. И вот эти несколько пьес он посвящает своему учителю, Оренскому, учителю композиции в Московской консерватории. И сейчас вот я вам сыграю пьесу, которая называется «Элегия». Thank you.
Thank you.